Ой, ну, какой непростой вопрос вы задаете, потому что сразу пытаешься вспомнить все нюансы. Ну, например, один из таких интересных лайфхаков, который я недавно вычитал, это возможность открыть свою машину без брелка, если вы его потеряли. Нужно позвонить своему родственнику домой и... Сейчас правильно сформирую. Нужно позвонить своему родственнику. Давай с самого начала. Давай. Потому что короткий будет ответ, чтобы хорошо. Не монтировать. Окей, хорошо. И, если возможно, что-нибудь непрочитанное, то, до чего вы дошли с собственным опытом. Да? Ну, условно, не буду называть фамилии, но вот у нас был народный артист, он рассказывал нам, как быстрее всех почистить картошку, он знает. Вот. То есть, ну, вот такие бытовые, может быть, какие-то вещи, может быть, профессиональные какие-то вещи, да, то есть это может быть бытовой лайфхак, профессиональный, блин, ну это так мне туристический, что угодно. Вот вспомните просто, да, вот что вы вот в своей жизни обыденной применяете такого, что никто больше не делает, да, вот, но такого, что вот помогает вам делать это лучше, быстрее.